Коммунист Андрей Рудо из канала «Вестник Бури» назвал репрессии Сталина и коммунистов против чеченцев правильной мерой, которую нужно обязательно повторить. По словам Рудова, чеченцы – это предатели дела Ленина и советской родины, которая все дала чеченцев. Рудой сказал, чеченцы жалуются на репрессии Сталина против них, но это было сделано в ответ на предательство и переход чеченцев на сторону немецких нацистов. Я как коммунист говорю, мало стреляли вас. Когда мы снова придем к власти, то довершим начатое, закончил Андрей Рудой.